это бежит опоздавшая сама последняя. Да, ой, опоздала. Сейчас, говорит, все вкусное съедят. Все вкусное съедят. А все вкусное раз, и... А? Все вкусное раз, и не съедят. Это... А ты перекроешь Тоню или пусть будет? Закрывай, что-то они не хотят. Как у него с кашлем? Как? Как с кашлем? Лечимся. Лечимся. Я понимаю, что... Мало его, но Наташа его слушает. Ну, уже меньше кашляет? Да, конечно, меньше. Вот и молодец, значит, скоро поправится. Я сегодня уже все эти грудные сборы Токсова в двух аптеках докупила, все. Если на так Токсова кто-то заболеет, грудного сбора больше нет. Я в двух аптеках все купила. Там одна и там одна. Все. Ты мясо в прошлый раз нашла? А? Мясо нашла в прошлый раз? Мясо, да. Но очередь была, хоть я и не была. Была очередь, да? Да, три человека. А, ну, будем. Три человека, это ладно. Понятно. Да, просится на улицу. Да, может, вроде бегал, давай еще бегай. Дома хорошо, на улице лучше. Гулять, говорит, пойду. Я, говорит, вообще парень, да, не люблю телячьей нежности. Не, он любит, он так вот начинает лизать. Да, особенно, когда этим грудным сбором его поешь. И он лижет. А этот сегодня меня всю лизал. Как горько. А? За века прищит. Ну, больно-то. Зубы-то острые. Лыщи. А Дуняша тут присоседилась, говорит, я так... Да, Дуняшка со Светика пугает и бежает, бегает. Да зачем? Мы, кстати, своими рогами. Светика, мама Дуняшина, тут шуганула. Почешу. Ей и чешется, и хочется их почесать, и больно. Столько нервных окончаний тут на них. Та-та-та, и кусает. Вот, видишь, она ее все время это... Я тебя за рог хочу. Маленьких обижают. Батя, не обижай малыша.